музыку, но это долго объяснять. Всем привет! Давно мы с вами не смеялись. Да. И это очередная... Да, мамина подборка. Мамина подборка смешных видео. Все, что нам нужно сделать, это просто... Это просто не засмеяться. Он сегодня точно хочет перетянуть все одеяло на себя. Ну, рассказывай тогда, давай, что делать. Просто нужно не засмеяться хотя бы одну секунду. Короче, смотрим видео, пробуем не засмеяться и даже не улыбаться. И напишите в комментариях, сколько раз засмеялись вы. Если вы засмеялись, то считаем, сколько раз вы засмеялись. Потом в конце видео... Подведем итоги, сколько раз засмеялся я, сколько раз засмеялся он, и сколько раз засмеялись вы. Потом сравним результаты, и, короче, будет всем хорошо. Ну все, начнем? Начнем. Промазал, подожди. Видео number one. Ха, по-английски. Да, это любимая тема Димона, ну да. Еще б ты не засмеялся. Есть еще такая музычка прикольная. Теперь держу. Реально. Но мы сейчас ее не будем смотреть. Кстати, я смеюсь не потому, что я над видео засмеялся, так что это не считается. Все, следующее, поехали, готов? Да. Смотрим внимательно и не смеемся. Видео номер 2. Оба засмеялись. Это было, да, на ней. Так, все, вы опять сейчас напишите, что мы смеемся над каждым видео. Поэтому ты сейчас не смеешься, понял? Значит, знаешь, мне совпадение, не думаю. Все, давай, не смеемся. Давай, 3, 2, 1, поехали. Ага. А, он типа телек смотрит, видишь? И типа сбил, да? Ну да. Ну сейчас еще раз смотри, давай. Поинк? Как будто бы это он его сбил. Ты давай не ржи над каждым, я засчитаю тебе проигрыш. Все, да давай. Нет, просто... Все, неважно, все, ты проиграл. Следующий. Не смейся. Я из-за тебя засмеялся. А ты нет? Ну все, давай дальше. Опять сейчас все будут писать. Ой, вы над каждым видео смеетесь. Да, мы такие, да? Да. Все, давай. Я думал, Кани. Кони? Кони? Ну, синдэрю. Давай, все тихо. Давай, не смей, все, давай. Нельзя, давай. Это было неожиданно. Да. Оба. Отлично, да. Эти ставки на спорт, они бесят в каждом видео, реально. Да. Да. Надо, наверное, потому что лицензионные видео смотреть. Все, поехали. Следующее. Да. Ну, это точно я. Ну да, наггетсы Димон у нас очень любит. Оп, стянул. Окей, ладно. Вот не засмеялись, видите, а вы говорите над каждым видео. Никто не смеется вообще. Засмеяться. Не спун лайо, мун лайо, ника чики рики чики мун лайо, спун лайо, здравствуйте. Мунлайо, ника чики рики чики мунлайо, спунлайо. Здравствуйте. Так, ладно, давай дальше. Блин, что-то в этот раз прям идет, да? Все, дальше. Тебя не прошибло, да? Да, все. Так, лает. А, я понял, это игрушка, которая повторяет. Не, не канально. Она успокаивается, все понятно. Нет, дальше. Да. Я бы не хотел так напугаться. Все, давай. Она такая вообще. Фу, так нельзя же делать. Смотри, она в нос засунула.
Фу, ему в рот. Такая вообще. Ты себе такую девушку не ищи. Которая будет в нос себе толкать. Все, подряд. Нет, чипсы такая. Потом сосиска. Когда решил почистить клавиатуру? Ну, это правда жизни, ничего смешного. Так всегда и происходит. Но кошка у нас оттуда не выпадала. Да, обычно в клавиатуре столько мусора, это жесть. Да. Давай дальше. Ну да, это опять твоя тема любимая. О, нифига макака. Да что ж такое? Что за подборка? А, жесть. Это мы уже не скроем, да? Ну да. Ты засмеялся или нет? Сейчас я не понял. Давай дальше. А, это старое я видел. Сейчас подскользнется, да? Ну да. Ничего, да. Нет, это на самом деле прикольно, там как раз под музыку, но это долго объяснять. Такой лузер. Капец. Надо так делать. Да, много раз, все, давай. Котик, конечно, вообще. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ой, не укрыл. Ну что ж такое? О, жесть. Это точнее смешная подборка. Блин, ну нам нельзя смеяться, нам нельзя смеяться. Ты понимаешь это? Да. Что бы сделать? Может, скотчем закрыть? Что у тебя с лицом сейчас было? Давай. Все, давай, поехали дальше. Смотрим, чтобы зрители нам не писали, что мы не смеемся. Что мы смеемся каждое видео. Все, ты готов? Давай, скажи им, что ты не будешь смеяться. Я не буду смеяться. Вы это слышали? Все, давай, поехали. Поехали. Давай, готов? Да. Давай. Бульк. Все, давай дальше, давай. Меня не пробило. Давай дальше. Или пробило. Это какие они были, какие они стали, понял? Смотри, смотри, были волосатики такие, видно. А, капец. So, we'll pretend for a second that this move is going to work. Fall into position. Так. Go ahead and переходим в позицию и turn the arm around. Так, переворачиваем. Getting here. Сюда. Now. И теперь. Fortunately for me. Счастье для меня. I'm ready for this because last night I had about 4 cans of baked beans. Потому что вчера я съел 4 банки карри. And a whole side of smoked halibut. So my gastrointestinal system is fully loaded. Поэтому мой желудок полностью заряжен. Я нахожусь в идеальной ситуации. The gas chamber. Который прием называется. Все, чувак отключился. All right, that concludes our lesson today on the... Все понятно, это все на сегодня, да, в сегодняшнем уроке. Короче, он сожрал кучу кукурузы и устроил ему показательное выступление. А, я это видел. Да, бедный мопс, не смешно.
банан ест или что? Собака удивилась, короче, реакции кота. Да. А, это он яйцо, что ли, съел? Офигеть. А ну-ка, смотри, смотри, смотри. И чё? Офигеть. Помнишь котик, который чихал? Здравосопливый. Реально эффектно подкатило. Вот это газовая горелка, реально. Че, храпит? Ну понятно, да. А, тут еще? Так. А что они пьют? Не знаю. Видимо, что-то ей очень смешное сказали, походу. Да. Но нам было не смешно. Так. Опа. Как мексиканцы учатся танцевать? А. Мы уже это видео видели, помнишь? Да. У нас другая озвучка была в прошлой части. Если не видели, посмотрите, там этот пацак смешнее танцевал. Да. Поехали дальше. Опа. Опа. Сыр челлендж. Чувак. Капец, он испугался. Жесть. Жесть. Все, это были все видео это на сегодня. Это были все видео. Это была крутая подборка. В этот раз мы действительно я поржали. Я засмеялся вот столько. А я засмеялся. Вот столько. Я вот столько. А я вот столько. Напишите нам, пожалуйста, в комментариях, сколько раз засмеялись вы. Мы смотрим ваши комментарии и сравниваем с тем, сколько раз засмеялись мы. Если ждете следующую подборку, то обязательно с вас лайк, обязательно подписка и колокольчик. Тут психопат один мальчик сидит. Вот колокольчик. Так что лучше подписаться, а то я пострадаю. Ну что, на этом все. Вот на этот колокольчик нажимаете. Все. Все, подписались. Подписались. Ждем новых подборок от мамы. На этом на сегодня все. А ты подписался на канал Рыжий Кот? Обязательно подпишись на наш канал, чтобы не пропустить новые подборки и ничего интересного. Всем пока.